Алло, добрый вечер, слушаем вас. Добрый вечер. Ну, смелее. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вот есть выражение батюшки Серафима Саровского: «Спасайся сам, и спасутся тысячи». Это образное выражение или же в чем же смысл? Выражение-то образное, а смысл очень большой, глубокий. К сожалению, вы не совсем точно процитировали. Он говорил так: «Стяжи мирный дух». Мирный дух, и он под этим выражением имел в виду благодать Божию, которая приходит в сердце человека. И когда эта благодать Божия приходит в сердце человека, то он, ну, по определению, становится святым. Потому что святой – это тот, кто является сосудом Святаго Духа. И вокруг люди этого человека, потому что Дух Святый наделит его и мудростью, и рассуждением, и благодатной молитвой. И рядом с этим человеком другие люди будут видеть пример подлинной христианской жизни и начнут спасаться. А так обычно человек, живущий в городе, он и общается с тысячами людей. И вот достаточно завестись такому человеку, и все люди вокруг него выстраиваются, перестают как-то сквернословить, им возникает желание в сердце творить добрые дела, начинают обращать внимание на своих детей, им заниматься, вот, начинают лучше трудиться и так далее. То есть они также спасают свою душу. Вот что имел в виду преподобный Серафим, и причем на собственном опыте. Потому что он стал таким человеком, и к нему вся Россия ездила. Вот совсем недавно почил в Боге на день памяти святых мучеников и исповедников российских вот такой великий святой человек. Архимандрит Иоанн Крестьянкин, его была фамилия такая чудесная. Вот он большую часть своей жизни прожил монахом в Киеве, в Псково-Печорском монастыре. И стал известен всему православному миру, не только в России, но и за рубежом. И его посещали многие люди, начиная от самых знатных, там, президент России, и кончая самых простых людей, которые вот на социальной лестнице находятся в самом низу. И он для каждого находил слово, которое было для него необходимо.